Сионистское образование открыло новый фронт против Ливана и подвергает массовым бомбардировкам мирное население южных и восточных районов этой страны. Хотя израильская армия заявляет, что наносит удары по объектам Хезболлы, от них страдают в основном обычные граждане Ливана, которые в поисках безопасных мест устремляются в различные части страны. По данным Минздрава Ливана, только за минувшие сутки погибли 492 человека, в том числе 35 детей и 56 женщин. Ранены 1645 человек. На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке Китай поддержал Ливан. Глава МИД страны Иван И заявил, что Китай стоит и будет стоять на стороне Ливана и других арабских стран, которые подвергаются агрессии Израиля. А Франция выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане.